Здравствуйте, дорогие зрители! Мы продолжаем знакомить с игрушками от предприятия Полесье. Сегодня в новом выпуске мы расскажем и покажем игровой функциональный набор «Доктор», который обрадует любого ребенка. Детский игровой набор «Доктор» включает в себя все необходимые приспособления и инструменты для сюжетных игр. Теперь играть в больницу станет еще интереснее и веселее. Все аксессуары располагаются на тележке, поэтому комплект достаточно мобилен и удобен в перемещении. У тележки доктора Полесье широкие колеса, поэтому она очень устойчивая. На нижнем ярусе имеется полка как впереди конструкции, так и сзади. Около ручки прикреплен дополнительный ярус с нишами и органайзерами. На одной из полочек сбоку располагаются крючки, на которые удобно крепить инструменты. В этот набор входит все необходимое для полного обследования пациента, а также оказания первой помощи. Посредством стетоскопа можно выслушать сердце и легкие больного. А особый прибор «Отоскоп» позволит проверить ушки пациента, с помощью тонометра измерить давление, а благодаря молоточку проверить рефлексы. Затем при помощи медицинских инструментов, шприца для препаратов и бутылочки с лекарством можно провести полноценный сеанс лечения выявленного заболевания. Инструменты можно аккуратно сложить в лоток. Все игрушки пластиковые, однако имеют подвижные детали, что делает игру в доктора очень реалистичной. Набор изготовлен из высококачественных материалов, безопасных для вашего ребенка. Игра с данным набором будет способствовать развитию воображению, фантазии, творческих способностей, речи, мелкой моторики рук, навыках взаимодействия и познавательной активности. Увидимся в следующем выпуске. Возможно, именно с этого набора у будущего врача появится любовь к медицине.